Виктор Иванович, мы без вас приступили к третьему разделу. Значит, во-первых, здравствуйте, товарищи. О, отлично. Мы занимаемся теперь уже очередным разделом, третьим, воспроизводство и обращение общественного капитала в целом. Если раньше мы занимались воспроизводством и обращением отдельных, индивидуальных, как говорит Маркс, капиталов, то теперь общественный капитал в целом. Воспроизводство и обращение общественного капитала в целом мы рассматриваем. И вот здесь мы на прошлом занятии рассмотрели 19 главу. Эта 19 глава – это вот о том, что говорилось раньше, прежние представления о предмете. Ну и вот здесь не очень понятные следующие вещи. Во-первых, вот в целом непонятно, а надо ли сейчас так обстоятельно эту главу исследовать? Ведь сейчас вроде бы как уже давно ушли в прошлое те дискуссии, и насколько они актуальны вот сейчас, воззрения физиократов, с которыми боролся Маркс? Это вопрос или... Да, вот я, Виктор Иванович, я вас хотел. Нет, в данном случае Маркс не боролся с физиократами. Он отметил их заслугу в том, что они продвинули политическую экономию вперед, причем очень серьезно. Ну, давайте, значит, вспомним. Физиократы – это такое направление экономической мысли, которое господствовало в первой половине XVIII века. Причем наиболее выдающийся представитель физиократов – Франсуа Кене – это француз. А во Франции еще был феодализм. Но капитализм, внутри этого феодализма развивался активно. А до физиократов какая была господствующая экономическая концепция? Меркантилизм. От слова меркантильный. Ну, что такое меркантильный, все мы знаем, да? Да. Денежный. Так вот, меркантилисты говорили, что все богатства создаются в сфере торговли. То есть там, где купи-продай, там все богатства создаются. А все остальные это так, мешают только. Промышленность, сельское хозяйство – это мешает создаванию этого богатства. Я почему опустился даже до меркантилизма? Потому что поймал себя на мысли, что вот эти идеи меркантилистов, которые были несколько столетий назад, проявляются и сегодня в головах и в действиях определенных личностей, политических деятелей у нас в России. Относительно совсем недавно, вопросом на засыпку, как называлось у нас министерство, которое ведало экономическим развитием России. Отвечаю. Министерство экономического развития и торговли. Не Министерство экономического развития и промышленности, да, и там сельского хозяйства, а торговли. То есть в головах у этих либералов, которые оказались вот, у власти у нас экономической, только одно, только торговля будет двигать экономическое развитие России. То есть даже вот я привел пример. А сейчас торговля перетекла в промышленность. Нет, это убрали, слава богу. Я слава богу, убрали. Да. Откуда? Хотя, министерство промышленности? Министерство экономического развития. Осталось. Да. Но, по сути дела, ничего не изменилось. Да. Так вот, физиократы сделали громадный шаг. Они перенесли, вот, ну, сделали колоссальный вывод, или перенесли предмет исследования из сферы обращения в сферу производства. Но сельскохозяйственного только лишь. Это другой вопрос. Сначала мы делаем позитивный, то есть колоссальный шаг вперед. Но при этом они имели, конечно, как говорится, вот свои недостатки, или, как скажем, не могли перешагнуть те заблуждения, которые, так сказать, порождались той эпохой. Но, во всяком случае, вот громадный шаг вперед. И второе. Физиократы, в частности, Кене, у него основная работа. Это вот, или... Экономические таблицы. Да, экономические таблицы. Это что такое? Это попытка представить нам процесс воспроизводства всего общественного капитала в натуральной форме и в денежной форме. Мы можем, конечно, придираться, что физиократы считали производительный труд только в сельском хозяйстве. Да, там фермеры производят. А, скажем, промышленность – это бесплодный класс. Ну да, наивность, ошибка. Но все равно, вот тот позитив. А от физиократа уже оттолкнулся
скажем, тот же Адам Смит, Давид Рикардо, классическая политическая экономия пошла вперед. И дальше уже вершина мысли – это Маркс. То есть вот получается такое дело. Поэтому сказать, что вот Маркс критиковал физиократов – это правильно. Ну, не совсем. Он и говорил о том, в чем была их заслуга действительно. Почему они двигали науку экономическую вперед и в чем. Вот так бы я ответил. Вот, Виктор Иванович, а вот можно такой вопрос. Вот физиократы, они действовали в условиях феодализма. Но, тем не менее, они рассматривают фермера как сельского капиталиста. Нет, то есть там они... посложнее. Там и наемный рабочий тоже присутствует. Ну, наемный рабочий, то есть фермер имеется в виду сельский капиталист, фермер, да, не семейный фермер. Да, то есть, конечно. Жили в эпоху феодализма, а рассматривали вот все-таки уже капиталистические отношения в деревне. Совершенно верно. Да. А вот крестьян крепостных они не рассматривали в этом своем. Ну, они значит, называют рабочие прислуги, правда, рабочие прислуги, и сравнивают и с рабочим скотом, что это, в принципе, ну, одни можно здесь к ним производительные работники. Да. Я отметил две большие заслуги физиократов, которые отмечал и Маркс. Не, а вот, Виктор Иванович, вот все-таки вот у меня здесь вот затык. Вот, скажем, в России до отмены крепостного права все производство сельскохозяйственное в основном было на феодальных началах строилось, на крепостничестве. А во Франции? Да, нет, ну что вы. Нет? Почитайте работу Ленина «Развитие капитализма в России». Она написана в самом начале 20 века. И что он там на основе анализа, так сказать, огромных статистических данных, какой вывод приводит? Что сельское мелкотоварное производство разрушается. Не, Виктор Иванович, я не о том говорю. До отмены крепостного права. Извиняюсь. Ну да. Вот. А во Франции, получается, даже еще до свержения монархии, еще вроде бы до отмены вот феодальной вот этой власти, уже было в основном было на основе вот этой буржуазное было сельское хозяйство. Вполне возможно, да. Ну, видимо, так, да. Угу. Ну, вот это... Разные страны. Смотрите, Англия уже была образцовой, развитой страной, так ведь? Во Франции, вот так как вы сказали, а в России ведь еще при царизме шло бурное развитие во второй половине 19 века промышленного капитализма. Да, это право когда развивался. В каждой стране, так сказать, есть свои особенности, которые не отменяют общих тенденций. Значит, во Франции еще при феодализме было в целом буржуазное, то есть были фермеры, как капиталисты сельские, и были эти самые наемные рабочие. Они давали, видимо, основную часть продукта товарного. Еще в начале 18 века, получается. Ну, вот это, ну, это может быть, я зря. А вот, Виктор Иванович, еще частные такие вот вопросы. Вот Маркс цитирует Смита, где тот говорит, что стоимость семян – это основной капитал. Значит, Адам Смит – это представитель классической политической экономии, да, английской. Да. Мы можем назвать это классикой. То есть они заложили основы политической экономии. То есть вот все, что, вот, скажем, на 99% у Маркса в капитале, оно лежит или покоится на исследованиях Смита и Рикардо. Вот я обращаю внимание, я немножко в сторону отошел, что в одном из писем Маркс написал, на самом деле мне принадлежит заслуга двух открытий всего, двух. Вот огромные, да, тысячи страниц первого, второго, третьего капитала, а открытий всего два. Это раскрытие тайной прибавочной стоимости раз, и открытие двойственного характера труда, создающего товар два. Вот и все. А все остальное Марксом взято, скажем, у классиков. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу. Да. Значит, скажем, если сравнивать Адама Смита и физиократов, то Адам Смит ввел понятие основного оборотного капитала по отношению к нему. Это шаг вперед. Да. Но, ведь как формулировал Адам Смит эти категории или критерии? Что основной капитал – это те вещи, которые приносят прибыль их владельцам, не меняя своего хозяина, не меняя владельца.
Он отсюда танцевал, основной капитал. А оборотный капитал – это те вещи, которые приносят прибыль через смену их владельцев. Вот я так несколько популярно попытаюсь объяснить. То есть капиталист покупает здание, да, танки. Вот поставил завод, функционирует. Смена владельца нет, и капиталист получает прибыль. Это вот, по мнению Адама Смита, основной капитал. А оборотный капитал, ну, скажем, готовая продукция. Чтобы получить прибыль, что должен сделать капиталист? Продать. Так? Или денежная форма капитала. Остаток... Вот такой критерий. Это, ну, это один критерий. А на самом-то деле есть еще второй у Маркса. Да? И это только Маркс в капитале. Да. А вот у Смита этого нету. И на этом он встал. И отсюда у него пошли всякие ляпсусы и ошибки. Понятно, понятно. Спасибо большое. И вот последнее. Вот тут Маркс приводит английское наименование «fixed capital», англоязычный термин «основного капитала». Это действительно такой термин «основного капитала», потому что «fixed» я бы вообще говоря перевел бы как «постоянный капитал», «фиксированный». Вот вы не знаете на английском? Не могу сказать, но, по-моему, сейчас по-другому. Это все-таки в те времена было. Сейчас. А, ну понятно, все. А? Ну, вы, вы с догмой Смита-то разобрались? Нет. Это важный момент. Но догма Смита, что Смит утверждал, что стоимость товара распадается на доходы. На заработную плату и прибыль. Я опускаю тот момент, ну, что в прибыль включается прибыль промышленного капиталиста и земельная рента, чтобы упростить. Соответственно, и стоимость совокупного общественного продукта, создаваемого обществом за год, распадается на эти доходы. Ага. Вот такой он утверждал долго. То есть, а из этого что следует или как это соответствует действительности? В чем вот здесь вот подвох? Но одно из направлений, скажем, логических рассуждений. Вот все, что создано в обществе за год, распадается на доходы, на заработную плату, прибыль и так далее. А кто у нас получает доходы? Вот Маркс приводит примеры, когда критикует в этой 19 главе Смита. Король получает доходы, попы получают доходы, профессора получают доходы. Проститутки, солдаты, все получают доход. Но это правильная мысль. А если обратно логику провести, то все вот эти обозначенные, не обозначенные, так сказать, лица создают совокупный общественный продукт. Так ведь получается. Но если они получают доходы, если как бы у них первичные доходы, то все складываем в кучу, все они очень полезны и важны наравне с рабочими. Все ночи, так сказать, имеют производить труд и т.д. и т.п. Значит, а в чем здесь загвоздка, в чем проблема вот этой, скажем, догмы Смита? Вот если все распадается на доходы. Давайте вспомним рабочий день рабочего, наемного рабочего на капиталистической фабрике распадается на две части, так? Да. Обратите внимание, весь рабочий день. Угу. Первая часть рабочий создает эквивалент стоимости рабочей силы, то есть заработную плату получает. Рабочее время, да. А другую часть, прибавочное рабочее время, создает прибавочную стоимость, которую присваивает капиталист. Так вот, если только на этом остановиться, то что получается? Все соответствует Адаму Смита. Ведь весь рабочий день рабочий трудится, значит, его труд и продукт за весь рабочий день распадается на две части. На заработную плату и прибыль. Как Смит и говорил. Так? Говорил, да. Значит, Смит прав? Так вот, я возвращаюсь к тому, что сказал 10 минут назад. Вот Смит не учитывает двойственный характер труда. Он просто не дошел до этого. А куда делись средства производства? Вопрос. Которые используются и потребляются в процессе производства товаров на капиталистических предприятиях. И, соответственно, имеют стоимость С, постоянный капитал. Вот у Смита это нет. Он как бы ушел от этого вопроса, сказал, что стоимость средств производства распадается, в свою очередь, на другие
вот эти доходы, заработную плату, прибавочную стоимость, вплоть до какого-то там первоначального продукта. А на самом-то деле вот двойственный характер труда, что рабочий конкретным трудом переносит стоимость потребленных в процессе производства средств производства на готовый продукт. И абстрактным трудом создает новую стоимость. Вот если копнуть совсем глубоко. Uh-huh. Вот такая здесь проблема заковыка. В этой трудности. И отсюда поэтому находятся средства и на короля, и на солдат, и так далее. Ну, это мы знаем, что на самом-то деле рабочие создают новую стоимость и прибыль, а дальше уже идет первичное, вторичное, третичное распределение и перераспределение этой самой прибавочной стоимости или прибыли. И всем там достается и королям, профессорам, и солдатам, и так далее. Ну да. То есть это не создание, а распределение и перераспределение прибавочного продукта, прибавочной стоимости. Ну что тогда, поехали к 20 главе. Простое воспроизводство. Значит, что там начинает Маркс рассмотрение? Он рассматривает годовое функционирование общественного капитала, и результат его – это товарный продукт, да? Я извиняюсь, что перебиваю. А вы уже начали 20 главу или нет? На прошлом занятии? Нет. Нет? Ну тогда надо начинать сначала, с первого параграфа, на постановку вопроса. Да. Так вот, вроде бы мы с этого и начинаем. Вот, то есть вот здесь начинается постановка вопроса. Рассматривается результат функционирования общественного капитала, товарный продукт. И вот рассматривается, чем он отличается, чем это рассмотрение покажет отличие общественного капитала от капитала частного. И здесь, значит, следующее. Отличие от движения индивидуальных капиталов. Вот я тут насчитал. Значит, ну, во-первых, когда мы рассматриваем индивидуальные капиталы, значит, здесь уходит тот факт, что и произведенный продукт Эштвих, и закупаемые после его реализации средства производства П, это такие же вещи. И это вещи, и это вещи. А то, что между ними было денежное обращение, ну, оно здесь не так существенно. Вот, потом, проличное потребление рабочих капиталистов уже нельзя сказать, что оно просто есть. Потом, раньше предполагали, что товары производятся, произведенный товар переводится в средства производства, в П. Вот сейчас этого нельзя так предполагать, только лишь. Далее предполагали, что и рабочий капиталист непременно находит на рынке товары. Ну, так же, как вот здесь товары все переведены в П, производственный капитал, безо всяких проблем, то есть всегда находится средство производства, которое можно купить на деньги, вырученные от продажи товара Т-штрих. Также и по потреблению рабочего и капиталиста, что они непременно находят на рынке труда необходимые товары для своего потребления. Вот, ну и потом вот Маркс здесь делает ремарку, что хотя простого воспроизводства в реальной жизни не существует, хотя бы даже в силу того, что есть годы более благоприятные для производства, есть менее благоприятные производства, на постоянном уровне никогда не удержишься. Ну и потом накопление – это, в общем-то, есть стимул капиталиста при вложении средств. Поэтому без накопления, в общем-то, здесь никак. Ну и, тем не менее, простое воспроизводство рассматривать можно, допустимо, потому что это фактор основной расширенного воспроизводства, то есть оно есть как некая база, как вот такой фактор расширенного воспроизводства. Наверное, вот. Старик Гегель сказал бы, что простое воспроизводство – это момент расширенного. Может быть так? Можно. Да. Можно, так сказать, да. Да. Гегель бы так. Вот, ну вот, в общем-то, это вот в первой вот этой вот постановке вопроса так вот вопросы звучат. Если я что-то упустил, то, пожалуйста. Да не, дальше надо идти.
А дальше у нас вот самое интересное, то, что называли в СССР... Два подразделения общественного производства. Группа А и группа Б, как говорили в СССР. Два подразделения общественного производства. Кто тут может что сказать? Первый класс – это средства производства, а второе подразделение – это средства потребления. Да, это вот то самое, что вот в СССР было группа А и группа Б. Называли. Перебил Ивана, прошу прощения. А, в каждом подразделении вот капитал распадается на две составные части. Да, да. На постоянный и на переменный капитал тоже. То есть под постоянным стоимость средств производства, под переменным стоимость... Общественная рабочая сила, понимается. Да. Ну и вот дальше Маркс приводит пример. Значит, два, значит, схема воспроизводства. Тут следующая схема принята. И, значит, производство средств производства. Тут есть постоянный переменный капитал, есть прибавочная стоимость. И производство предметов потребления. То же самое, постоянный переменный капитал. И в результате этого производства появился прибавочный продукт с некоторой прибавочной стоимостью. Ну и если посмотреть в эти выкладки с цифрами конкретными, то здесь можно увидеть, что у товарища Маркса волшебным способом совпало то, что произведено производство предметов потребления на 3000 чего-то там. Чем он тут исследовал-то? Ну, неважно, там это фунты, франки. О, 3000. Это сколько произведено предметов потребления. А с другой стороны, мы видим, что у нас производство средств производства, здесь переменный капитал, то есть зарплата рабочих 1000, и прибавочная стоимость, 100% здесь взята для примера степень эксплуатации, тоже 1000. То есть это 2000 наработали в отрасли, где производится средство производства. А что касается в отрасли производства предметов потребления, тут переменный капитал 500 и прибавочная стоимость тоже 500. То есть степень эксплуатации там та же самая. Это еще 1000. И вот получилось здесь 2000 и 3000, а произведено предметов потребления на 3000, что наработали, то все и съели. То есть в этом обществе Маркса нет ни избытков товарной продукции, которую надо там сжигать, пшеницу в топках тепловозов, там паровозов и так далее, и нет товарного дефицита, а вот в аккурат, что наработали, то все и съели. Вот это такой принцип. Это называется метод абстракции. Только это не волшебным образом, а Марксовая схема, отражена реальная жизнь, простое воспроизводство как момент расширенного. Это ж мы простое воспроизводство рассматриваем. Простое, то есть без накопления капитала, то есть когда прибавочная стоимость полностью потребляется капиталистами и первого, и второго подразделения на свои личные нужды, на предметы потребления. Да. Я бы на их месте делал бы точно так же. Просто, наши капиталисты в соответствии с вашим советом не только прибавочную стоимость отправляют, они еще захватывают зарплату и часть амортизации, и все в офшоры перегоняют на личное потребление. Они эти складируют эти пачки с долларами вся под диванами. Они их не потребляют, они их это сокровища собирают. Давайте уточним еще раз постановку вопроса, Иван Михайлович. Уточним постановку вопроса Марса. Значит, все общественное производство Маркс разделил на две группы большие. Да. Первое – это производство средств производства. Да. И второе – производство предметов потребления. Да. Это разделение по натуральной вещественной форме. Так? Да. А есть еще стоимостная, денежная форма. Да. И здесь подразделение другое. То есть постоянный капитал, о чем Иван говорил, переменный капитал или заработная плата рабочих и прибавочная стоимость.
Значит, Маркс ставит задачу, как идет обмен вот между двумя подразделениями по натурально-вещественной форме и стоимостной. Да. И как он ее разрешает. Ну, да, он здесь показывает, что капиталисты второго подразделения постоянный капитал-то берут у капиталистов первого подразделения. Слышно меня? Зависает интернет. Слышно вас? Слышно, нормально. Вот. Ну давайте посмотрим на первое подразделение, на V плюс M, то есть на заработную плату рабочих и прибавочную стоимость капиталистов. Да. То есть еще раз помним, значит, рабочие первого подразделения, они получили заработную плату. А что они на эту заработную плату должны купить? Продукты питания себе, одежду и прочие-прочие предметы потребления. Внутри первого подразделения они могут это сделать? Нет. Потому что по натурально-вещественной форме и составляющей итогом деятельности первого подразделения являются средства производства, то есть станки, оборудование, машины и прочее-прочее-прочее. Но у нас значит, они вынуждены куда обратиться? Ну, как бы ко второму подразделению. Возьмем капиталистов первого подразделения. Значит, они получили прибавочную стоимость. И мы и по условиям простого воспроизводства эта прибавочная стоимость должна быть потрачена капиталистами на свое личное потребление. Капиталисты первого подразделения потребляют станки. В своих личных Нет. целях, не едят их, да? Они тоже должны вынуждены обратиться во второе подразделение, где производятся предметы потребления. Это вот первая посылка. Второе, обратимся ко второму подразделению. Там есть такое потребленный постоянный капитал. То есть капиталисты второго подразделения, точнее во втором подразделении, выпускаются предметы потребления. Но с другой стороны, капиталисты должны возобновить по итогам года потребленный постоянный капитал. А постоянный капитал это что по натурально-вещественной форме? Станки. Это средство производства. Оборудование, это средство производства. А где производится средство производства? То есть капиталисты второго подразделения для того, чтобы возместить потребленный в их подразделении постоянный капитал, должны обратиться и взять его или купить в первом подразделении. То есть вот получается такое движение совместное, но не становление. То есть рабочие и капиталисты первого подразделения, вот это V плюс M, заработная плата и прибыль, прибавочная стоимость, должна быть потрачена как бы во втором подразделении. А капиталисты второго подразделения должны возместить свой капитал, купив его у капиталистов первого подразделения. Вот получается первое условие. То есть заработная плата и прибавочная стоимость заработная плата рабочих первого подразделения и прибавочная стоимость капиталистов первого подразделения должна равняться потребленному постоянному капиталу второго подразделения. А, ну чтобы они могли обмениваться, да? Нет, ну это не могли, это неизбежный процесс. Ну, потому что если этого обмена не будет, производство встанет. Так ведь? Да. И рабочие помрут с голоду, и капиталисты помрут, и капиталисты второго подразделения не смогут начать процесс производства, поскольку без средств производства тоже он невозможен. Начнется Великая депрессия. Вот как бы получилось первое условие для простого воспроизводства. То есть заработная плата рабочих первого подразделения и прибавочная стоимость капиталистов первого подразделения, повторяю, при простом воспроизводстве,
должны равняться по стоимости. Стоимости потребленного постоянного капитала во втором подразделении. Вот она откуда равенство, Иван Михайлович. Да. Это объективная экономическая реальность. А уже Маркс отразил ее теоретически. Да. Ну давайте представим, что, скажем, рабочие в первом подразделении капиталисты ну, получили такую огромную зарплату и прибыль, которую невозможно, скажем так, реализовать во втором подразделении, которое будет больше потребленного, по стоимости, повторяю, потребленного капитала во втором подразделении. Вот отсюда и пойдут все у нас кризисы и прочее, прочее, прочее. То есть конечно. Мы такой теоретический вывод делаем. Давайте да, дальше пойдем. Об этом говорит в последнем абзаце третьей части этой главы. Ну это тут внутри подразделений они как обмениваются. То есть тут 4000 постоянного капитала группы А, при первой группе, они, так сказать, вот должны быть как-то реализованы среди своих коллег. И с другой стороны, заработная плата и прибавочная стоимость, произведенные во второй группе, не произведенные, а переменный капитал, потраченный на зарплату рабочих во второй группе, и прибавочная стоимость, произведенная во второй группе, которую капиталисты должны проесть там, они тоже это внутри своей группы перераспределяют. Да, совершенно верно. Потому что если мы возьмем постоянный капитал, потребленный постоянный капитал первого подразделения, 1С, то по натуральной вещественной форме, где средства производства производятся? В первом подразделении. Поэтому там его можно, скажем так, компенсировать. То же самое касается заработной платы рабочих второго подразделения и прибавочной стоимости капиталиста второго подразделения. То есть по стоимости это, скажем так, вновь созданная стоимость второго подразделения, да, а по натуральной вещественной форме это предметы потребления. Поэтому рабочие второго подразделения где могут потратить свою заработную плату? Ну, свое во втором подразделении. А капиталисты второго подразделения где могут потратить свою прибавочную стоимость? Опять-таки во втором подразделении. Совершенно верно. И в первом обязательно. Нет, в первом они... Не могут, там станки производятся в натуральной вещественной форме. Он может станок себе хочет поставить в гостиную. Нет, речь идет о другом, конечно. Для личного, да. Тогда только во втором. А мы еще не закончили. Дальше, по-моему, надо идти. А куда дальше? Подождите. Вот второй-то мы закончили... Параграф 2. А, ну да. Параграф 3. Обмен. Вот у меня, Виктор Иванович, я вот здесь по параграфу 2. Вот отсюда из этих выкладок пока еще не вытекает что, необходимость приоритетного развития первой отрасли. Пока нет. Пока это Ленин очень хорошо показал в работе так называемого вопроса о рынках. Он там усложнил схему Маркса, развил. Он первое подразделение производства средств производства разделил еще на два. А именно, производство средств производства для производства средств производства. И второе, производство средств производства для производства предметов потребления. И там уже это все рельефно видно. Пока да, нет. Я эту работу читал, но вот такого вывода я вот как-то вот там не уловил. Ну ясно, ладно, будем читать еще. Ну, плохо было слышно, а он разделил эти... Первое подразделение. Первое подразделение, то есть производство средств производства. Ленин подразделил еще на два. Угу. А именно... Одно, которое для воспроизводства средств производства, для своего же подразделения, для первого. И производство средств производства
Для второго подразделения, для производства предметов потребления. Угу. То есть это не от Маркса идет, да, необходимость приоритетного развития средств? Нет, это идет от Маркса, просто это рельефно видно будет, вот нужно дальше немножко шагнуть и развить. Ага, хорошо. Так, ну что, третий будем начинать параграф? Ну давайте, он такой вроде как логично выходит и со второго. Да, ну тут просто разжевывается, как я понимаю, вот эти три пункта, которые вот во втором параграфе, они кратко. Да, это как бы, я вообще бы это одним, одной бы частью сделал. Ну вот я даже знаю, мы так достаточно подробно это все разобрали, вот три пункта этих, что я вот даже не знаю, что-нибудь тут может нам этот третий параграф добавить? Вон обмен. Да, между... все, в принципе, все разобрали. Вот единственное, что, как Виктор Иванович сказал, последний абзац вот четко так и есть. Он пишет, что оказывается, что при простом воспроизводстве сумма стоимости V плюс M, ну, переменного капитала плюс прибавочной стоимости товарного капитала первого подразделения должна равняться постоянному капиталу второго подразделения, выделенному как пропорциональная часть всего товарного продукта второго подразделения. Вот. Или там он формулу пишет, первое подразделение V плюс M равно C второго подразделения. Ну да, это вот первый вывод, который мы сделали. Да-да-да. Ну это вот как раз вот последний абзац третьей части, вот он так красочно это все подводит. Да. Вот, ну и потом идет четвертый параграф. Это тут он более обстоятельный. Но вот я вот как-то это самое... Мы его, наверное, успеем сейчас еще, у нас 20 минут. Нет, ну это я не к тому, чтобы его не успеть, а просто вот он обширный, обмен в пределах подразделения 2, необходимые жизненные средства и предметы роскоши. Вот он очень интересный, да, что он второе подразделение разбивает вот на две части. Да, да. И то есть вот видно, что есть, так сказать, стоимость рабочей силы, которую необходимо, так сказать, возобновлять. И есть, в общем-то, предметы роскоши, но это нечто иное. Она предназначена для капиталистов и первого, и второго подразделения, получающих прибавочную стоимость. Да. Ну, иногда роскоши. Некоторые рабочие умудряются покупать чуть-чуть. И капиталистам, роскоши. Надо сказать, тоже нужны необходимые жизненные средства. Без них капиталисты умрут и закончат. Конечно, безусловно. Вот. Но тем не менее, как я понимаю, потребление этих необходимых жизненных средств для капиталиста, оно является пренебрежимо малой величиной по сравнению с предметами роскоши. Но зато вот это вот подразделение Б, в котором мы имеем в виду роскошь, вернее, Маркс имеет в виду, он интересно описывает, как резко разворачивается кризис, когда... падает потребительский спрос на роскошь, как выбрасываются рабочие, которые заняты в этом сегменте, на мостовую. Вот. И соответственно, нарушается обмен между... Они не получают зарплату и не покупают те средства потребления, которые уже в подразделении А. И этот кризис просто начинает вдвойне разворачиваться. Да, тут. Ну вот перед этим, вот это самое. Тут вот интересное замечание Маркса. Предметы потребления, которые входят в потребление рабочего класса, и поскольку они являются необходимыми жизненными средствами, составляют также часть потребления класса капиталистов, хотя в этом случае они по качеству и по стоимости часто отличаются от жизненных средств рабочих. Для цели нашего исследования. Мы можем объединить весь этот пододел под рубрикой «Необходимые предметы потребления». Причем совершенно безразлично, является ли соответствующий продукт, например, табак, предметом потребления, необходимым с физиологической точки зрения, или же не является таковым. Достаточно того,
что он привычно необходимый предмет потребления. То есть привычно необходимый предмет. Но мы, кстати, стоимость рабочей силы, стоимость табака не включали. То есть вы предлагаете включить, да? Ну вот, привычный предмет, привычно необходимый предмет потребления. А вот предметы роскоши, которые входят лишь в потребление красок капиталистов, могут быть обременены лишь на расходную прибавочную стоимость, которая никогда не достанется рабочему. Хотя Маркс писал, что могут и рабочие в каких-то случаях какие-то предметы роскоши приобретать. Хотя это как исключение. Ну это стоимость рабочей силы. У нас и без предметов роскоши там стоимость рабочей силы такая, что от нее в обморок падают. У нас есть некоторые рабочие, которые покупают Мерседесы в кредит, а потом не знают, как выплатить. Ну, в кредит, здесь до кредита мы еще не дошли здесь. Ну, имеется в виду, что им хочется, все равно это вот... Ну, мало ли кому чего хочется. Машину купить они покупают, вот, а потом банки у них это дело забирают. Ну, да. Ну, мы дальше пойдем там рассматривать это, взаимоотношения первого и второго подразделения по натуре и по стоимости. Или перенесем на следующее занятие? Это уже денежное обращение к пятой части? Нет, там уже дальше. Ну, подробно вот разобрано, вот именно вот как называется этот параграф, обмен в пределах подразделения 2, необходимые жизненные средства и предметы роскоши. И здесь это все подробно так расписано, но вот я, откровенно говоря... И я это пытался грызть, но тут можно, так сказать, это почитать, оно не безинтересно. А насколько вот это все актуально, обмен внутри второй группы? Что значит актуально? Это, по-моему, очень актуально. Очень актуально, да? Ну, давайте что... расположим на следующий раз, потому что сейчас тут это много всего, действительно. Мы здесь уже этого не успеем. У нас остается здесь из этой главы опосредствование обмена денежным обращением. Потому что у нас здесь обмен-обмен все шел. А это все и деньги нужны. И деньги делаются на самом-то деле. И вроде еще постоянный капитал в подразделении 1. Изменный капитал и прибавочная стоимость обоих подразделений. Постоянный капитал в обоих подразделениях. Да, тут это все очень сложно рассматривается. Перспективный взгляд. Да, нам еще это из 20 главы хватит не на одно занятие, я думаю. Ну, сейчас мы действительно закруглимся пока, чтобы и... Да, зрители... давайте, достаточно. Да, это самое. Продолжаем 20 главу, да? Да, 20 глава. Ну, можно так и начать 4. С 4 и начнем это самое. Обмен в пределах подразделения 2, жизненные средства и предметы роскоши. Ну все тогда, хорошо. Через две недели. Да, я единственное это хотел. У нас будет 18 число. Замечательно. Спасибо вам большое, Виктор Иванович. До свидания. До свидания. Всего хорошего.